wastes have made it possible for the demon Bellacor to seize territory and gain worshippers. Ну что, куда пойдем? Я все равно, да, пока не понимаю ничего. Давай сюда. Все, мы готовы, пойдем. Короче, это такой рогаликовый мод, который, ну не мод, а режим, где карты, они вроде как вся в такие крепости сведены. Ну, получается достаточно разнообразные всякие дополнительные. А основная цель у нас какая вообще? Пройти до самого конца. Ага. Вот. Какой-то мужик косой и гном. Ну, 4 бота. Так, бегать тут нельзя. А, собственно. Так, а что мне за граната? Зеленая с тамплиерским крестом. На правую кнопку. На правую кнопку защищаться, но это не панацея, потому что защита вот, ну там, когда ставишь за блок, то там щиты такие появляются. И, собственно, они заканчиваются быстро. Лучше увиливать. Я на shift поставил. Типа, shift в сторону. Вот. Уклонение. Вот. Ну, в твоем случае, скорее всего, пробел. Пробел, да. Так, газ. Угу, на Q второе оружие. Friendly fire тут есть, знаешь? Есть. Понял. Ну, на дальнобойное оружие. Типа, если затянешь, ну как бы задержишь мышку, то будет длительный удар. Ну, типа, ага, усиленный понял. Удар. Я понял. Не хватает того, что он бегать не может. Ну это в Dark Tide уже нужно идти. Тут бомбы. Что там у нас? Глефа. О, что-то можно было получить. Обмен оружия. Бери, тебе там не принципиально. Все, пробуешь. А нам куда? Нам сюда, наверное. Так, куда нам идти вообще? Я пока не понимаю. Так вот здесь какой-то алтарь тоже есть. Ну, и ящик. Пошли, пошли за тобой. Here's a healing draft. У тебя лечилка есть? Есть. Все, супер. А мы, наверное, отсюда пришли. Лечилка это на 3, да? Да. Это, короче, напоминает... это, зелье бесконечный помп. Это напоминает... Чё мне с языком программов поиграл? Иди про галактик. Да. О, надо этот. Ух, а тут с рукопашным оружием. Так,
Это скорее лифтач. Такая усовершенствованная формула лифтача. Ну да, тоже. Если вы спросите меня, демон. We're left cleaning up his mess. Yeah, well, it ain't like the rest of us have made some funny choices of late, is it? You should stop talking right now, Clear. Funny? I was just thinking the same. Тут еще такая фишка, что когда ты отпускаешь это самое, отпускаешь блок, то он еще отталкивает немножечко. Если ты не заметил еще. Может, дальше. Мне все. Да, да, я их заметил уже. Мне все кажется все время, что я могу мечом порубить союзников. А, нет, тут не можешь. Down here, are you all blind? Dory, I hear a gas rat. It's scurrying towards the jungle. Incoming! Gas rat, not any longer. Over there, chest of trials. Блин, меня зажали. А, убили. Что у вас там происходит, ребята? Я уже убежал вперед. Эй, блин. Нехорошо-то получилось. Да, стоило вас отпустить. В одиночку я уже все сломалось. Тебя сейчас. Ладно. Еще добраться до вас как просто. Валяемся связанные, понятно. Ага, а вы тут валяетесь связанные. Here, ammunition. The dark gods are nothing if not subtle in their influence. Гномок, неудобно бежать. За эльфом. Угу. Вы его это как Леголас на лошадь посадил. Я надеюсь, вообще в правильном направлении бегу. Это я, может, вас оставил не там, где надо. Ой,
Сзади какой-то шипас. Шипящий. Короче. Это этот. There's a Gloobadier stalking us. Это спешл, который убивает. Ага, вот я уже вас вижу. Так, когда оживляешь, то нужно блок ставить. Ну, особенно когда ты оживляешь. Когда ты оживляешь в середине, в гуще битвы. Куда нам идти? Сюда, наверное. А вот, точно есть. А бимбы у меня отобрали. Че, отобрали? Бимбы. Ну да. Радуйся, что хоть оружие ставили. Ты же в плену был. Давай к нам, ближе. Тут стекается защита. На блоки. A shadow lord is on its attention. Don't be disappointed. Watch out! Please, monks! How do you always kill them? А, вон там какой-то кристалл, да. Самое прикольное это и сталкивать яму. Я спешл вроде как завязан на поддержке команды. А я пока даже, ну, не знаю, как его использовать-то. Ну, когда тебя окружили вокруг враги. А. Давай сюда, что ли? Вроде как, если я правильно понимаю. Bandages, tinctures, aye, we have need of such. Аптечку вам полез. Is that all? I was hoping for an explosion. Huh, maybe next time. Что-то здесь произошло непузявое. А, и подожди. И на нулевой сложности
Friendly Fire нет. Ну, смотри, нулевой там до легендарной сложности. Включительно, по-моему. Понял. Вот тут вот можно обменять оружие или что-то. Большой меч, отлично. Hold your ground and fight. Теперь нам нужно где-то здесь крутиться по кругу, скажем так. Бляха-муха, я в яму чуть не упал. Потом я удачно кинул гранату, которую закинул он от этого, от босса. Вот ты тоже как бы можешь сказануть пару словечек, когда видишь, что в сторону ямы враги смотрят. А вот еще один. Ну, они, в общем-то, сами молодцы. Я пока просто не сильно понимаю, что надо делать. Ну вот смотри, тут эти порталы появляются. Их ну да, их уничтожать надо, чтобы они не появлялись, это я да, понял. Чтобы тут не а ты имеешь в виду, когда они в сторону ямы смотрят, их скидывать что ли? Ну, не, можно скидывать просто. А. Из разряда, просто весело. Понял. This, you bastard. Вот здесь король качалки. А из круга не выходить, да? Ну, можно выходить, но она просто дольше будет чуть-чуть. Теперь нам надо в ту сторону. Ну все, мы дошли до конца этого уровня. Чем-то похоже даже на Чивалри, только более это самое мясо тут больше. Угу. Ну такая. Там
А там то же самое, но только одним ударом тебе могут что-нибудь отрубить. Наверное, такое более аркадное все-таки. Ну да. Так, и что теперь, куда дальше? Ну давай дальше двигаться. Тут особо вариантов нету. Шахта Белшазира. И надо дойти до арены стойкости, да? До конца, до самого. Белшазир. Аль-Джазир. Аль-Масира тут повыли, блин. О, хоть лето. Угу. Но это не факт. Лето и арбалеты. Угу. The chaos gods ignore this place. It won't last, so hurry. Not a very efficient way to mine. Blackfire, take whatever you need. That sounds like chanting. Could be a flag there. Wanted Grimnir look upon my kind. With mercy, if you show deference. Deference? To a bearded lunatic. On second thoughts, maybe it's best to leave ancestors and gods out of this. Aye, indeed. Archers, see him? Healer's tools, and not before time. A warren of iniquity. Так, это что за пузырек у меня красный? Бонусы. Понял. Что-то ругается на своем зверином. Сейчас прибежит что-нибудь. А вот это вот... Да. На высоких сложностях по-хорошему с этими... крысолюдами большими, которые бегут. Ну, с патрулями такой. Ну, лучше не связываться, знаешь. Тихонечко отсидеться где-нибудь. Ну или приготовиться к серьезной заварушке. Морально. Ты мне прям напоминаешь Леголаса и Гимли. Где тут этот? Гэндальф.
ты не играл в Shadow of Mordor или? Играл. Как называется, что? Shadow of Mordor, потом Shadow of War. Да, Shadow of War. Тоже проходил Shadow of War? Да. Хорошие. Да, мне сюжет понравился. Shadow of War я еще не смотрел только начало, а вот Shadow of Mordor прикольный. Особенно когда... Ну, Shadow его жену убивает вначале. Ага. Нет, Shadow of War... Двустволка, солдата, мушкетон. Это я что-то меняю. Второе оружие или первое? А ты какое выберешь, такое и будет изменение. Я так понимаю, Shadow of Mordor это вот дух, так сказать, который у главного героя вселен. Это получается он кольцо власти выколол, что ли, в свое время? Угу. Там Килимбримбор. Ну там во второй части делали так, чтобы связь. Ну, короче, я вижу, что вторую часть сделали специально так, чтобы можно было поиграть. То есть, там, если в первой части еще, знаешь, такое становление героя видно, то во второй части, там, из разряда надо было как-то использовать тех же героев, но ослабить их. Так, знаешь... Получилась в первой игра. Части вот тех капитанов убивать только поначалу, по сути, смысл имел, а потом уже и... Да, и потом уже устаешь. А во второй части одна концовка или нет? Я просто... Концовку второй части я тоже знаю, Shadow of War. Одна, одна. Что-то я заблудился. Ну тут в любом случае как бы ты не пошел все равно. Ты так понял, главный герой плохим станет, да? А главный герой он не станет плохим, но. Ой, оказывается туда нельзя. Он не станет плохим, но Килимбримборск решит, что ему милее баба. Да. Ну, и захочет там стать плохим дядькой. В смысле, подчинить себе все и вся. Вот. Ну, а, ну, собственно... По-моему, и его и в мир живых, так сказать, и призвал изначально, да? А его обманывал главного героя. Блин, куда идти? Ты же его с того света достал. Да. Да. А что ты не берешь? Бери монеты. И пошли. Они, кстати, добавились, они тоже. Ага, это хорошо. Ну. В целом хорошо. Блин, куда идти? Да я уже помню. Я помню, я здесь ходил. Сюда, может, или сюда. Сюда, что ли? Наверное, в эту дырку. Ну да. Этих повешенных я еще не видел. Look for black powder barrels. Blast your way through. The barricade blocks our path.
Как я достаю гранату? Тут нужно вытащить бочку. Как с воротом, да? Как там нельзя, чтобы я... Ударяли, да? Да, так что ее нужно как-то кинуть там или что-то такое. Ай, блин, ударил по бочке случайно. Ну, давно случается. От этих тяжелых лучше даже не это самое не трогать их, знаешь, как бы из разряда не защищаться, ну или как минимум один раз защититься, а дальше уворачиваться от их атак. Но это не точно. Бей сообща, воодушевленная коса. Чего? Не знаю, что брать. Да бери, что один может взять или каждый все берет? Каждый берет. Бери, бери, что нравится. Там все достаточно описательно.
Ну, тут ты, конечно, все понял. Ей. 40% к силе критической атаки. Угу. Убей 40 врагов, получи бонус. Собери крышки. You may earn miracles and boons from shrines along the way. Направо или налево? Наверное, направо, да, будет? Давай сюда. Больше выбора потом будет. Разницы-то особо нет. Did you gather any pilgrim's coins? Offer them now and receive a boon. Or perhaps you'd prefer to buy a miracle for the whole party. You each have your own tally of coins. Spend them as you wish. Так, это общее, да, все покупается? А справа это мне чисто или тоже общее? Справа это под тебе. Лично тебе. Понял. Ну, я пока не... Ага. Я готов. Да, храм теней или проклято Дзинчем. Куда? Ну, давай налево. А, ну хотя хрен его знает. Давай сюда, может. Давай. Какой-то скейт дальше. А, это таран для выбивания ворот. Маракза. Розовое пламя Дзинча, которое всех, кого не губит, навеки меняет. Мне по-другому написано. Дзинч обожает перемены. Те, кого коснулись его благословения, становятся безумным рассудком или телом. Угу. Все так, все так. Назгулы будут, Назгулы. Назгуль. Помню, трек такой драм-н-бейсовский был. Там что-то по-немецки говорил, видимо, из немецкой локализации фильма. Mm-hmm. А. Вот там какая-то хрень. У меня монет ни хрена нет. У меня монет нет, а у тебя есть. Гордость наемника. Прочитать не успел. Взял? Да. Угу. Ебай противники с некоторой вероятностью могут возродиться в виде врага меньше. Сейчас будет прикольно. Ты будешь их убивать, а не возрождаться. Вот, видишь? Это такой режим, катаклизм. Well, you don't need to worry about me. I'm in this to the end. Good. Good. You're the star, my friend. As long as there are men like you and I, the Empire will never fall. Oh, mighty! Ah, Hushans! Here!
position here. За зелье похищения жизни. Интересно, я выпил. Вампир, наверное. Ну да, чтобы бы вампиры были. Тут еще какое-то зелье. Так, вот здесь. Там гном дерется. Да забей, это бот, он телепортируется. В смысле, он бот. Понял. Ага. Это я как вспомнил. На работе раньше, когда работал, у нас там был чат корпоративный. И, ну, аккаунт в чате админский, из которого сообщения рассылались, назывался бот. Работники все читали его как вот и говорят, я вот вот он написал, вот. Не бот, а вот. Как с браузером Opera, знаешь. Только однажды прочитал Орега по-русски. Орега. Вот браузер Орега. Орега, точно. Бати на работе тоже знакомый, бывший полицейский работал, он вообще говорил, ну, опера. Я в опера зашел, там поискал. Наш этот самый, наш браузер специально. Опера. Иди возьми бонус. He's about that letter. I had nothing to do with it. He said he would watch my career with interest. Ой, меня кто-то тут. Нет, сейчас иду только брать.
Вот эти, да, шарики какие-то, это ты подбираешь их, да? Мне не получается подбирать. Ну, видимо, я. Розовые. Не знаю почему, но вот так вот получается. Может, это какой-то бонус. Here! Hush! You may yet surprise the gunner. Это просто. Это верпулисты. Зелье гнева не нужно тебе? Не, нормально. У меня зелье бесконечных бомб. Ну сколько там? Спрыгнул, сейчас вернусь. What now? Over here! Take your
Сейчас. Зарагоза. Барагозин. Смотрел, кстати, кибердеревни? Да, давно еще, по-моему, да? Не, сейчас они выпустили полноценный сериал. Нет, не смотрел. Там есть такой Барагозин с явной отсылочкой на товарища. Ну и что, стоит посмотреть вообще? Ну, первые две серии нам понравились. Так, иди сюда. Ну, на YouTube можно было найти. Вот сегодня, кстати, смотрели. Ах, Mayfly Healing Tools. God help me. Хороший лук, только патронов нету. This looks like a ritual circle. Stay within it to open the path. Yeah, we are breaking that ritual, yeah? Сейчас я посмотрю, что вокруг. Надеюсь, не поплачусь за это. Так, сзади на тебя толпа уже бежит. Да-да. Не ставит свои штандарты на наши лужайки, правильно? Это наша лужайка, и мы ее косим. Идите пасите ее в другой гости. Мы ее крышуем. Gotcha.
ancestor gods, wouldn't they? Would you be a god? Ah, new spell weapons. You should have seen me at Hogger's Branch. Dozens, I claimed. Hogger's Prapor. Two null regiments vanished without trace of them. Все, пошли. Ох, нам еще кто-то пришел. Игил. Сигил. Аль-Джазира, Игил. Сюда давай, может? Ну да. Ладно, у нас еще две. А у меня первый уровень, да, только? Угу. Ну, ты сейчас-то подымешься, я думаю. Столько карт за раз пройти. Блин, а патроны тут взяли, да? Ай, меня кто-то всасывает. Да. Сюда. А этих сверху не убить, да? Да вот. Там сверху он стоит демон какой-то. Ой. А мы к нему на идем сейчас. Да вроде забить. Вот это убийца. То у меня патроны I do believe. Sometimes dreams are dreams. Sometimes they are not. Why does it matter? Because I have seen something all too similar. I was trapped in a battle between two evils, and I glimpsed something. Тут прав грядить оружие можно. It.
I thought I could keep it as a pet. Play Sigma. Как интересно, он у меня иногда по два патрона заряжает ружье. По одному, а иногда по два. Ну я тут ты ничего не скажу. Watch. Do you not feel the eyes upon you? There's a runner in the shadows. Walk fire. What's wrong with the real thing? Sigma walks with us. Are you showing your true self, witch? No more flames my way. Не пойму, чем отличается зелье лечения от лечебных припасов. И то вроде полностью здоровье восстанавливает. Ну там такая фишка, что... Там фишка в том, что одно ты пьешь сам, а другое можно использовать... Припасы на всех, да? А другое можно использовать на товарища. А, всё понял. Понял. Черт побери. Flight Stormer and his clothes. Not as sleepy as you believe, runner. The wind died with their master. Leech, I hear it. Поддержался. Your reward. Don't forget. Such times are these. I fear the doctrines of the Silver Hammer may not be enough. Oh dear. He's going to go full flagellant again. Not exactly. We can't. When, while the banner flies! Light Leech! Stunner Leech is no more! Destroy the standard! Shield won't save you, Ratty! Objective! White Stormer!
Tread of a blight stormer mayflies. We'll see his fat face soon enough. Thank you, Lillian. Bob, over here. She's bombarding. Was this Count Mordek? A damned soul. The Chaos Gods cast him with immortality. Doesn't sound so bad. And with constantly mutating flesh. Oh, I'll take it back. Вылетающие шары, а вы уничтожают большие. Они дают бонусы. В этом, ну, в этом режиме. Changing and always somehow worse, just like the wastes. I see a warp fire thrower. Stash.
Давай следующий. Ей, мы прошли. Да. Увеличивает угол отталкивания атаки оружием ближнего боя. Я, кстати, блоком особо не пользуюсь на мече. Почему-то даже не знаю, просто машешь. Ну, видимо, потому что уровень сложности легкий. Да, согласен. Так, ты какой, зеленый или красный? Ага. Да, пофиг, на самом деле. Последний уровень, наверное, на себя надо потратить. Угу. А деньги потом эти будут куда-то копиться или они не складываются? Ну, конкретно в этом, вот эти монетки, они работают только в режиме этой сессии. Понял. Ну, там другая валюта вне этой игры. Значит, можно все покупать, да? Угу. Окей. Но мы уже час 15 играем, думаю. Думаю, при больших сложностях там можно подзастрять на уровне чуть дольше. Ну, собственно, ну, да. Вероятность сдохнуть гораздо выше. Shut the way!
Такое мясо, когда там на последних сложностях. Да. Но у них и ХП больше, и их просто больше. Ты там иногда просто устаешь немножко от мочилы. Победа! Yes! Ну что? Ачивку дали. Разблокируйте первое очко таланта. А, то есть как минимум 5 уровней у тебя есть. Верно. Так. Второй уровень. Алибарда. Третий уровень. Четвертый уровень. Новое оружие. Пятый. Эй! Таланта, шестой. Сейф императора, но правда все равно эти мне сейфы ни хрена не дадут. 6.5. Да, как-то так. Ну класс, мне понравилось. Ну, можно еще будет поиграть как-нибудь. Да. Да. Ну и уже не на рекруте, а чуть побольше, потому что даже ты на первом уровне почувствовал, что это довольно просто. Да. Поначалу, может, там подтупливали, а потом нормально пошло. Ну вот, как-то так. Сейф императора. Ладушки. Военные добычи. А что, эти сейфы как-то сейчас открыть можно? А, да, потом, когда вернешься в цитадель. Ну, я возвращаюсь, правильно? Угу. Все, тогда возвращаемся.